У нас в городе как-то нет. Очень много скульптур красивых, есть парк влюбленных, да? Но именно то, что вот соединяло бы семью, именно шанырак любви, шанырак семьи, у нас этого нету. И мы решили, что это надо сделать. Вот. И тогда мы обратились вот в аграрный университет для того, чтобы провести вот этот конкурс. Мы не стали брать профессионалов, мы решили, что нужно дать молодежи, потому что молодежь сейчас креативная, они много делают, много видят. Первое место у нас 100 тысяч идет по тем ребятам, которые займут. Второе место 70 тысяч и третье место 50 тысяч. Мы будем выходить в правительство, будем выходить в акимат это города Астаны, для того, чтобы показать это и предложить эти работы, чтобы они были, как говорится, увековечены.